Всем привет, с вами Диз, и сегодня я обозреваю новый интересный мод. Ну как новый, он очень старый, все его давно знают, все его давно помнят, все его давно любят. С давних пор любят, я хотел сказать, да. И это мод Too Many Items. Его обновили, он теперь стал более крутым, более интересным. Как вы видите, здесь ничего у меня сейчас нету. Чтобы включить этот мод, чтобы он у нас работал, чтобы он у нас показывался, нам нужно нажать букву О, английскую. Он у нас появляется, и теперь мы видим новое обновленное меню. Мы можем вводить здесь все в поиске, как хотим, даже по-русски, как видите. Ава, видите, лава. Шерсть, видите, шерсть. Да, тут ничего нет, хорошо. Можем кидать свои сюда любимые предметы. И они будут показываться здесь. Кинем сюда яйцо призыва летучей мыши. Грузовые вагонетки. Удочки с морковью. Все это кидаем. Как видите, он показывает нам ID предметов. Правда, это сейчас уже возможно сделать с помощью нажатия F3 плюс H. Но не важно. В TMI такая функция реализована очень давно. Итак. Вот все предметы. Вот избранные предметы. И вот... меню зачарования предметов. TMI все больше и больше становится таким модом, похожим на мод Not Enough Items. Вот. Алмазную кирку сделал. Видите, как удобно. Так, хоп, притягиваем себе что-нибудь. Видите, уже топор взяли. Зажигалку можем? Зажигалку ни на что зачаровать мы с вами не можем. Ладно, давайте зачаруем с вами алмазную кирку. На эффективность. 10-го, шелковый касань 10-го, прочность 10-го, удача 10. Видите, как классно. Create. И вот у нас вот такая кирка получается. Видите, как классно. Так, об этом мы с вами поговорили. Видите, как классно, хотел сказать, уже 10 тысяч раз говорил, не буду. В левом нижнем углу мы видим версию TMI, Too Many Items, и дату этого билда. То есть 25 октября. Чё тут фыркает корова? Свалим от нее подальше. Кстати, странно, шейдер отображает нас. Ну ладно. Это режим удаления блоков. Возьмем мы с вами, допустим, дофига стаков всего, что нам не нужно. Так. Нет, я сломал кирку, но ничего. Вот так вот делаем все. Теперь. Выходим из креатива с помощью следующих двух вкладок. Будем использовать две. Третью на нафиг, Adventure Mode. Ну ладно, я о них потом вам расскажу. Не будем выходить сейчас из креатива. Врубаем режим удаления. И теперь нажимаем левую кнопку мыши. И теперь мы можем удалять блоки. Не понял. Давайте-ка выйдем из креатива все-таки. Да, вот. Мы можем удалять блоки, только не в креативе, значит. Понятно. В креативе эта функция уже давно реализована. Хорошо. Хоп, так вот все делаем. Так, ставься. Не понимаю. Ладно, вот у нас есть дофига золотой руды. Нажимаем сюда. Удаляется этот. Нажимаем Shift, нажимаем. Удаляются все блоки этой категории. Нажимаем здесь Shift. Давайте возьмем вот столько предметов. Зажимаем здесь Shift и нажимаем на эту иконку. И мы удаляем все предметы, которые у нас были. Очень удобно, очень интересно. Что у нас здесь? С помощью этих трех кнопок мы можем переключать свой режим. Survival, Creative, Adventure. В Adventure, напомню, мы не можем ничего ломать. Только с помощью специальных инструментов. Которые я не знаю, как достать. Но не важно. Можем включить, выключить дождь. Да, включить, выключить дождь. Немножко с подлагиванием, но не важно. Можем... сделать рассвет. О, шейдеры. О, шейдеры. Можем сделать день. Где солнце-то? Можем сделать закат. О, шейдеры. Видите, как классно. Можем сделать ночь, а точнее полночь. Можем изменить нашу сложность.
Например, на легкую, его тут все спавнятся, ай-яй. На нормальную, на сложную. Какой мрачный крипер. Как все мрачно. Сделаем рассвет, все отлично. И можем похилить себя. Выходим из креатива, подходим к любому мобу. Черт, ты меня убил, как ты посмел? Подходим к любому мобу. Давай, атакуй нас, скелетон, быстро, пока ты не умер. Давай, быстрее. Черт. Ладно. Ты тупой. И когда мы нажимаем на эту кнопку, мы полностью себя хилим. Если у нас истрачен индикатор сытости, то есть мы проголодались, то мы тоже нажимаем на эту кнопку, и мы также восполним себе и индикатор сытости. Что делают эти кнопки? Мы берем с вами несколько предметов, нажимаем Save 1, и теперь эта комбинация предметов у нас заполнена. Удаляем все предметы, нажимаем Load 1, и все эти предметы у нас возвращаются. Таких комбинаций можно создать 7 штук, что, в принципе, очень удобно. Например, вот эта комбинация. Создадим здесь еще что-нибудь, например, так, хоп, наковальня. Так, удалим, например, хоп. Видите? Хоп. 4 разных комбинации предметов. Удалим все это. Очистим все наши предметы, и больше здесь рассказывать нечего. Вот такой вот интересный мод очень помогает при обозревании модов, при, не знаю, просто, если вы не хотите выживать, а хотите сразу все предметы, но при этом не хотите, или не знаете, что такое креатив. Кстати, раньше не было креатива, все пользовались именно TMI. Вот. А возможно, и сейчас кто-то пользуется, кто до сих пор на 1.7.3. В общем, не важно. Со времен прошлой версии здесь появились вот так вот 3 кнопки. Вот эта кнопка появилась. И вот эти 3 значка. Я сам офигел, когда установил TMI, и поэтому захотел рассказать вам о таком моде, обновленном, новом. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу ВКонтакте. Нифига, видели это? Так, хоп, фук. Читайте форум Спринга Твиттер, задавайте вопросы в форум Спринге. Этот мод можете скачать из описания. Всем спасибо за внимание. Всем пока.